фильм в постановке Акиры Куросавы «Дерсу Узала». В роли Дерсу Максим Мунзук, в роли Арсеньева Юрий Соломин. Это фильм об удивительной дружбе двух людей, русского ученого и таежного охотника Гольда. Это фильм путешествия, где на каждом шагу Амба, моя убивать, приходи. Дерсу Узала. Производство киностудии Мосфильм СССР при участии Ателье 41, Япония.